Могу. На ЛКМ, не на долби. Все. Как-нибудь. Не пропускай. Вот, все. Так, да, давай начнем с кодов, с кодов. Коды. Это ладно. Коды. Напомни, кто что делает. Это здесь два дозорных, один даун и один телохранитель. Я уже в роли дауна был, так что теперь кто-то будет другим дауном. Я могу быть телохранителем дауна. О, Вован, у тебя пиздатый левел 69-й, вообще мне нравится. Так, а счет на нормале запустил. Не-не-не-не, я уже покупать. Я на юге буду. Бля. Да насрать, этих... ладно, без разницы. Так. Ладно, погоди, напомните, я вот серьезно не помню. Я, по-моему, снайпером в прошлый раз был. Ну, я на юге был дозорный. Ну, не важно. Я... Короче, на точке стоял на балконе, да? Это про это же? Вован, давай, свидание. Погоди. Ну, вы даёте. Значит, телохранителем должен быть. А какая разница, ты был дозорный север, я теперь будешь дозорный юг. А слава, дозорный север. Блять, я не хочу дозорный север. Дозорный. Короче, все. Сука. Короче, разберитесь уже. Ой, рыжие, блять, с вами одни проблемы. Поехали. Конечно. Взял в телохранитель и перешел. Говорю, иди в дозорного на противоположной стороне. О боже. Но он не хочет же. Ладно, ладно, все. Так, 20 тысяч. Урум-урум, подвези. Ну, среди моих 3 миллионов это будет охуенная сумма. Нет. Да. А, кстати, Славик же купил курум. Привет, народ, я отрубил микру. У меня есть плейлист с ограблениями, в котором нету только одного, побега из тюрьмы Рожковского. Но так как я протупил, эту часть я засниму чуть позже отдельно. А сейчас мы будем продолжать плейлист с GTA 5 ограблениями, приятного просмотра. Кстати, как там Илья играть в контру? А Илья сегодня звал, кстати, в контру, потому что ему захотелось. Не, он сейчас играет вроде или нет? Он в 1.6 вчера заходил. Вчера, я знаю, он сейчас заходил недавно. А, сейчас, ну не знаю. Но он не в Саревне. Просто глянь. А, он не в Саревне. Он же не ебанутый как мы. Ой, слава, сбил людей. Я так дрифтану и дрифтил. Лагает, кстати? Drive 3R. Нет. Зенторно. Так, кто я? Я телохранитель. А, я дозорный. Воу, вот я. Дозорный юг. Так. Лучше бы в GTA тоже можно было деньги конвертировать. Я бы доллары в гривны перевел. Купил бы что-нибудь. Такая, чего бы нет-то. Тяжелый револьвер, наверное, взять. Как же он жестко палит вообще. Тихо. Чего, блять? Я хочу наверх идти. Давай, ССЕ, ёпта. Я все. Кто? А, все. А кто покупатель? Денис? Да. Да. Все, ждем связных. Почему нельзя еще выше на крышу забраться? Че за идиотизм? Слишком изи, ты че? Я хотел забраться повыше, но покидайте пределы. Да. Нет, не-не, этот, этот, по-моему, нельзя. Ну, сейчас поболтаем, когда она со стенкой поразговаривает. Ван здесь как будто вообще ни при чем. Господи, эти зеленые линзы. Ну, они хотя бы не на средних, а на высоких текстурочках. То, что раньше. О. Что это за клоун? Как всегда, нигеры убивают первого. Ну. Щедик. А, ну да, кстати, нигеры ж убивают первого. В Infinite Warfare тоже первый нигер сдох. А, спойлер! Кому не насрать? Ты не малый. Спойлер, кому не насрать? Короче, я перед отстреляю вот так вот. Так смотрите, не одну сторону же смотреть-то будем. Я знаю, ну просто. Я всех спереди отстрелю. Сторону отвечать, блядь. Спереди я отстрелю всех. О, ней! Впереди, короче, серый, смотри, по бокам. Ага. Базар. Так, еще один. Лайк, не беги уж. Переулок. Ты чё, обалдел? Иди сюда.
Все, fuck off. Давайте там ликвидируйте последних. Слава, не дохнет. Да не сдохнет. Смотри на меня, смотри на меня. Сейчас, смотри, я чемодан забираю. Забрал он. Все, погнали отсюда. Слава, давай, погнали. Быстрее, быстрее, быстрее. Это, Куруму, может? Слава, садись ко мне, садись ко мне. Нету ее, тут тачки отняли. Вафан! Садись. Так, а чемодан-то у кого? Блять, Слава, быстрее, ебаный в рот! Я нажимал, блять, это курло стояло. Ладно, да, именно помню. Поэтому одна жизнь была всегда. Сейчас мы тебя подберем, погоди. Не стой, я норму поставил. Я F нажимал. Давай, давай, запрыгивай. Да, все, все. А, у нас двухместная, да, Слава, я... беги! Вот в чем прыжок. Слава, сади, Слава, сади, Слава, Слава. Вот. Все, я понял. Не, мог бы на крышу, конечно, сесть, но... Не захотел. Ладно, все, погнали, короче, все, Вован, поехали. Мне кажется, нам шину пробили. Да, мы без перезапусков играем, да. У нас тоже шины пробиты. Да, нормально. В Мафии 3 у копов аймбот на этом. Чё, когда Мафию 3 вспоминаю, грустно становится. Две шины пробили. Мафия 3, уйди. Да. Или три шины вообще пробито. Три, ёпта! Одна осталась, просто одна осталась. Как форму? Везите свой ёбаный чемодан быстрее. А мы почти доехали уже. О, а у меня карта пришла. А куда наши тачки делись, которые, на которых мы приехали? Исчезли по сюжету. Блин. Нереалистично. Слава, я тебя прошу, последний день отправь ты мне карту, пожалуйста, а. Я реально переживаю, что она просто не туда придет, да. Туда придет, блядь. Я что, в субботу отправлю без вихи, блядь, буду сидеть, да? Не, ну вечерком отправить, че. Ну ага, блядь, я не хочу сидеть без вихи. В смысле вечерком? Ты, блин, спать ляжешь, приедь. Оо. Каким вечерком, блядь, эти воскресенье, что я смогу отправить перед сном? Ты вообще когда... Ты уезжаешь-то вообще когда? В понедельник. А, ну в понедельник. Ну так в воскресенье вечером тогда. Как я тебе отправлю в воскресенье вечером? Почта работает? Нет. Ты же сказал, не почты хочешь отправлять, а этой торговой компании какой-то. Транспортная компания тоже в воскресенье не работает, что ты хочешь. Вау, прикольно. Вообще, блин. Ну, кстати, хоть Слава сдох, но без перезапуска же. Боже, Вован, да прекрати уже. Я просто нажимал F, и мой персонаж нихуя. Нет, просто у нас тачка двух мест. Да. Это проблема. Ну мог залезть там куда, в бензобак, в капот, в багажник. В бардачок мог сесть. Так и представляю, мини такой Слава сидит. И умирает все равно. От прострела капота. 265 FPS. Да. 10.69. На черном экране. Да, черный экран. О, ну все, мы сделали все без перезапуска. Вообще 10 из 10.